Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Death Stranding. С вами канал Алекс Плей, мы продолжаем играть. В общем, у нас задание от мамы. Мы сейчас в лаборатории. Давайте возьмем задание. Заказы для Сэма. Сбор разбросанные редкие минералы. Нужно собрать редкие минералы и вернуться в южный узел. Отлично, можно почитать. Степень повреждений. Для этого заказа критически важно состояние груза. Постарайтесь заставить его без повреждений. Так, ну ладно. Выбираем задание. Получение заказа. Отправляемся в путь, так сказать. Ты в курсе, что мы добавили в твой ПХК тросы? Ну так знай. Построй пару опорных точек, соедини их тросом и наслаждайся скоростью. Попробуй. Две опорные точки, соедини тросом и наслаждайся скоростью. Так, опоры уровня 1 можно расположить на расстоянии до 300 метров друг от друга. Трос очень удобен для пересечения крутых склонов и скалистых участков местности. Воздушные транспортеры и другие транспорты не могут перемещаться по тросу. Ну, давайте возьмем трос, наверное, да? Окей, больше мне ничего не надо. Погнали. Пригодится. На спину. Зачем мне ПХК? А зачем ПХК таскать? Ладно, подтверждаем. В путь. Я готов. Заказ назначен. Так. Забрать, получить чаша... водопада. Нам точно туда? Так, ну да, тут мы с вами получим чашу водопада какого-то. Разбросанный редкий минерал. В общем, туда отправляемся. Заберем там материалы или ресурсы и отнесем все в южный узел. В принципе, недалеко, сколько? 400 метров. Я костюм не подзарядил. А там что такое? Так. Трос. Пока что погнали. Пока что редко бежим выполнять задание. Тросом я не пользовался, поэтому не знаю как. А, ну вот, наверное, мне и нужно вот соединять. Две опорные точки поставить. Чтоб потом мне было проще пройти. Трос. Или это уже готовый трос? Ну-ка, давайте пройдем. Я могу сам переместиться. Вот, две опорные точки есть. По ним я могу перемещаться. Надо проверить. Трос мама оставила, да, здесь? Так, как это действует? Отремонтировать постройку? Так, ну у меня не хватает минералов. По тросу можно быстро и безопасно перемещаться между двумя точками. Чтобы узнать о функциях постройки, доступных на разных уровнях, удерживайте опцию. Использовать трос. А, ну вот, использовать трос. Ага, вон оно как. Вон оно как, прикольно. А как двигаться? Выбрать пункт назначения. А, я выбираю. Нифига себе. Слушай, ну так проще. Вот я, допустим, выбрал, да, пункт назначения. Спуститься на тросе и поставить метку. Я не хочу спускаться на тросе, я хочу наверх подняться. Или только можно спускаться, наверх я не могу подниматься, я так полагаю, да, или что? Поставить, поехать, а, ну вот, поехать на другой конец. Слушай, ну прикольно. Мне понравилось. Я просто сразу не понял. Можно легко добраться до другой точки. Отлично. Теперь спускаемся. Вау.
намного быстрее. Так, 275 метров. А вот водопад. Ё-моё. Так, мы побежали. Тихо, все нормально будет, все спокойно. Ничего себе, ты разогнался. О, боже мой, все потерял. Замечательно. Это лучше. Так, мне до вниз, да? За минералами. Тут, в принципе... О, вот, смотрите, как красиво. Круто смотрится. Тут можем по веревке спуститься. Так, нормально. Отлично. Надо будет тоже трос сделать, поставить куда-нибудь, чтобы быстрее перемещаться. Это очень удобно. Ниже. Да, ниже, боже мой. Вот ты наверх-то спускаешься. Ниже спускаешься, поднимаешься наверх. Еще ниже. Еще чуть-чуть. Хватит веревки. Еще есть веревка. Какого черта? Я же только что спускался. Как я наверху оказался? What the fuck? Что за баги? Дофига просто багов. Я спустился в самый низ. Как я наверху оказался? Что это, блин, такое было? Мне опять спускаться. Игра недоработанная. Вообще ужас просто. Мне кажется, разработчики не играли. В эту игру не было каких-то... Не было тестировщиков игры по ходу дела. Так, ну все, можем опустить веревку. Давайте опустим веревку. Так, все живы? Ребенок жив? Да уж. Ничего себе, мы упали. Так, ну мы почти... Почти что спустились. Да держи баланс ты. Куда мне надо? Потом сюда, я так полагаю, да? Так, редкий минерал, вот они. Их надо собрать. 1 из 4. Понятно. Раз. Один минерал есть. На другой стороне еще есть. Редкий минерал. Вот он. Второй из четырех, четвертый из четырех и третий из четырех. То есть нам надо это как-то перейти. А тут... Угу. Это хорошая штучка. Нам надо как раз подзарядиться. У меня же... А, у меня ног нету. Ну, в смысле, ляг дополнительный. Я их не взял с собой. Неплохо. Неплохо. Печально. Так. Придется переходить. Я не знаю, как по-другому. Но идем. Стоим, 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 стоим. Сейчас немножко отдохнем. Дальше. Жестко. Главное по чуть-чуть идти. Немножко прошлись. Все, стоим, ждем. Сейчас отдохнем. Идем дальше потихонечку. А туда, наверное, идти. А не против течения, наверное, нужно идти, а по течению. Так проще. Но стрелка мне показывает, что надо ближе к тому краю держаться. Полагаю. О, ребятки, что-то страшновато. Я не хочу потерять груз. Какого черта? Давай, плыви, плыви, плыви. Все нормально, все будет хорошо. Сейчас доплывем. Это я гребу? Это кто гребет? Да, это моя рука. Как я одной рукой так гребу? Офигеть. Да вставай уже.
Почти приплыли. Ну все. Кстати. Что-то назад я не хочу идти по реке. Может, как-то я могу обойти? Боже мой. Вон третий, вон четвертый. Сейчас мы возьмем и пойдем дальше. Стой, стой, стой на месте. Не торопись. Не надо. Редкие минералы. Это... Так, третий, да? А сколько они вешают, интересно? Блин, они много вешают. У меня уже 80 килограмм. У меня уже перегруз. Сейчас по-хорошему нужно от чего-нибудь избавиться от лишнего. Иначе я просто это не донесу. Что такое? Давайте возьмем. Все собрали. Знаете, что надо сделать? Так, во-первых, давайте в грузе посмотрим, что у меня еще есть. ПХК, может быть, он мне не нужен. По-хорошему, надо было две точки уже сделать, да, вот ПХК этот создать, и потом просто подняться по нему, было бы проще. Но я этого не сделал. Это, конечно, моя ошибка большая. На ПХК, я не знаю, наверное, оставим. Сейчас зря их брал. 5 килограмм вешают. Штурмовая винтовка. Может, выкинем штурмовую винтовку? Выгрузить. Отлично. Сделаем поудобнее. На минус 6 килограмм, это уже получше будет. 88, но все равно многовато. Так. Тут троса нету? Ну, что там наверху? Мне, по идее, сейчас нужно дойти вот до сюда. Южный узел. Как это сделать проще? Я вижу, тут какой-то мост есть, да? В принципе, можем... Можем сейчас пойти сюда, наверное, да? И там мы уже перейдем, там будет проще. Вот, метку один мы создали. Так, и куда? Я по берегу смогу обойти? Нет, надо через верх, наверное. Сначала нам надо подняться. Сначала мы поднимаемся наверх. Так. Так, потихонечку. Помаленечку. Как сюда-то подняться? Давай. Еще чуть-чуть, ты сможешь, ты справишься. Так, давай, два. Вот, молодец. Что, другого варианта... Ну куда ж ты падаешь-то? Как можно было тут подскользнуться? Все нормально. Бы все лишнее выгрузить, но я не знаю, жалко не охота выгружать. Так, в смысле, тут лучше не кататься на мотоцикле или что хотели мне сказать? О, там машина, можем захватить машину. Тогда, в принципе, будет проще. Вон, я вижу мост, отлично. Бежим, 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 бежим. Если мы разогнались. Там, по идее, должен обойти, да? Да, вот. Осталось 100 метров. Идем туда и смотрим, смогу ли я подняться как-то вообще. Нам все равно в ту сторону идти. Надеюсь, что пройдем. Музыка играет. Mm.
будь аккуратнее. Так, все, мы дошли до точки А. А как я здесь перейду? Я вообще тут смогу перейти, нет? Тут небольшая речушка. Знаете, что я подумал? Нам следовало, наверное, выпить энергетик. Это совсем притомился. Вот, другое дело. Так, всё. Еще один шаг, ну давай. Чуть-чуть. О, мотоцикл нашли. А тут как раз таки его и оставили. Слушай, тут кто-то уже поднимался. Я думаю, я тут тоже смогу подняться. Давай попробуем. Так. Залазь. Тут по лестнице, аккуратно. Потом по веревке, опять по лестнице. Хотя, может быть, тут и мне не понадобится веревка. Да, тут можно так залезть. Так, давай попробую по лестнице. Куда ты пошел? Куда ты идешь-то, боже мой? Я в другую сторону тебя веду. Куда ты, боже мой? Во, на лестнице, пожалуйста, поднимайся. Отлично. Опасно, опасно, ребят. Так. Куда дальше? А, падать сюда нельзя. Придется выше подниматься. Боязно мне как-то. Смогу сюда залезть? Так, ну можно. А тут что, придется падать, что ли? А, неужели тут нету троса какого-нибудь? Тихо-тихо-тихо. Надо до конца дойти, может там можно спуститься. Я думаю, можно спуститься будет там. Я надеюсь. Что, все рисковые мы? Ой-ой-ой. Фу, да, тут можно спуститься нормально. Фу, ну и приключение у нас. Сколько-то метров осталось? 200 метров. Кто-нибудь! Да что ж ты кричишь-то, боже мой, переживаешь. Сейчас надо на гору подниматься. Почему я стал курьером? Вот почему, нафига? Это не так-то легко. Могу ли я подняться? Давай, давай, давай. Ты справишься. По прямой. Так, нормально. Мы почти залезли, смотрите. Так, раз. Идем дальше. Два. Что-то подустал. Дальше. Сейчас дойдем до холма. Там уже будет видно местность и, может быть, даже базу разглядим. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ты чё? Полегче, поаккуратнее. Нет, базы там не видно. Вон, я что-то вижу, виднеется. Еще немножко. Тут все надо залезть. Я должен смочь. Вот, найс. Ё-моё. Не сачкуй. Красотища-то какая. Слушай, мне игра неплохая, а в плане того... В плане изучения игра хорошая, мне понравилось. Но не для всех, нужно прям конкретно изучать ее. Местности вот эти все. Так, давай посмотрим куда. Нам вот сюда.
А, ну вот база, все, 300 метров, я ее уже вижу. Так, нормально. Все, можно уже, наверное, бежать. А где вход будет? Полезно будет. Херальная херня. Ой-ой-ой-ой. Так, кристаллы херальные. Ну возьми ты их, боже мой. Да ну что ж ты падаешь-то на одном месте-то? Да ты достал уже. Возьми эту... Вот, херальные кристаллы. Нам не нужны 7 грамм всего лишь. Ну тут много, слушай, херальных кристаллов. Это значит, что тут могут монстры появиться. Смотри, как много. Так, отлично. Еще немножко. Выход все-таки с этой стороны. Ну, вход, точнее. А я так просто не пройду, да? Да, просто так не пройдешь. Не пустит. Видите, тут поле. Энергетическое. А, от террористов, видимо, да? Да. Чужак не пройдет просто так. А если я вот это, допустим, сломаю, вот эту фигню, видите, я могу ее, по идее, теоретически сломать, да? Поле надо было за ней ставить. Значит, столбики надломал, и все. И путь свободен. Так, ну все, я вижу вход. Надо тут все обойти. Студия херальной художницы. Южный узел. Мы дошли. Мы сумели, мы смогли. Нелегко было, нелегко. Но мы справились, сканирую. Самое главное. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Окей, хорошо. Идите в распределительный центр. И впредь так держать. Идем уже, идем. Так, вот главные ворота. Причем они могут не пустить, да, они тебя видят. Пускают. А чужака так не пустят просто. Хотя один чужак проник, да, когда он мне дал бомбу, чтобы я девушку взорвал и весь город. Обеззараживание костюма. О, смотри, машина. Добро пожаловать. Я могу, наверное, на ней поехать. Идем сюда. Выполняем заказ. Отлично. Все, доставили. Сумели, смогли. Получите, распишитесь. Доставка? Супер. Я всегда рад получить груз, не скрою. Все там на месте, посмотрю. Ого. Это словно только что напечатали. Да. Это я. Так, что-то нам... мы хорошо, да, доставили? Процент повреждений 7% всего лишь, нормально. На один раз только падали. А, на всех объектах, связанных с ЮКА, теперь можно использовать химикаты. Увеличено количество материалов, доступных для использования южного узла. О, обратный трицикл защищенный какой-то появился. Пистолет уровня 2. Сэм, с помощью нашей хиральной сети нам удалось раздобыть опытные данные, которые должны ускорить наши собственные разработки. Вообще говоря, одну полезную вещь для нашего вооружения мы уже разработали. Гематические патроны. Снаряды против тварей, использующие исключительность твоей крови. Важно, однако, помнить, что с каждым выстрелом ты будешь тратить небольшое количество собственной крови. В некоторых ситуациях будет безопаснее вернуться к стандартным патронам. Ты сможешь узнать подробности в списке доступного снаряжения. Окей. То есть я могу менять патроны, да? Хорошо.
если с тобой что-то случится в пути. Отлично. Доступен новый заказ. Ну, давайте. Чтобы узнать больше, отдохнем. Загляните в терминал доставки. И башмаки бы мне приобрести. Скрафтить. И то износились. Фух. Тут обычно что-то часто случается, да? Какая-то катсцена. О, да. Натер ноги. Изрядно натер. Так, все восстановлено. В путь дорогу работать. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Я вам вообще не разрешал кровь мою брать постоянно. Достали уже. Так. Давайте выпьем. Другое дело. Я думаю, хватит. Не будем сейчас ничего делать, мы сразу отправляемся в путь. Выходим. Работы очень много. Что, будут воспоминания? Я уже видел его папашу. Папочку. И что-то как-то не очень был радушный прием. Извини, что я мокрый. Угодил под дождь. Я думал переждать, но посмотрел на часы. Прости, что так получилось. В глаза затекло. Подожди секунду. Как он его потерял, вообще нам покажут? Я думаю, должны показать, как потерял он ребенка, если ребенок сейчас у меня находится. Окей. Заказы для Сэма. Доставить свежие пиццы. Гребаную пиццу, мне придется тащить ее, офигеть. Далековато. Может, назад будет проще? Мы построим... Так. В общем... А ее в руках надо тащить, по-моему, да? Описание. Максимальная доставка 60 минут. Для заказа критически важная скорость доставки груза. Хрупкий груз. Этот груз очень хрупок и может быть легко поврежден. Старайтесь избегать любых вибраций и ударов. Не контактировать. Груз необходимо нести в горизонтальном положении. Если расположить его вертикально, он станет постепенно разрушаться. Но это же пицца. Мне кажется, его наоборот надо вертикально нести, или нет? Блин, это фигово. Придется в руках нести. А я могу на мотоцикле, по идее, да? Нет, зачем нам мотоцикл крафтить? Единственное, башмаки скрафтить. Да, вот, и все. Мне больше ничего не надо. А, ноги. Силовой контур. Скоростной контур. Вот это, наверное, хороший, да? Вот это мы возьмем сейчас. 6 килограмм вешает. Так, ну все. А, можем... Да, грузовик, кстати, будет прям тема. Мы, наверное, его возьмем. Забираем транспорт. И на нем поедем. Так, придется в руках нести, да?
Воздушный транспорт. А зачем мне воздушный транспортер? Я его не заказывал. Какого черта? Во время перевозки пиццы должны лежать ровно. В том смысле, что горизонтально. Помни об этом, прежде чем станешь пихать их в рюкзак. А, ну иначе ты доставишь полную мешанину. Горизонтально, все правильно. Значит, на спине. Блин. Надеть обувь. Так, это я... надену. Использовать, отлично. А, где пицца гребаная? Вот на пицца. Можно как-то упорядочить? Нормально. Боже мой. Она должна быть горизонтально, пицца. И за пиццу придется что-то еще брать, наверное, да? Так, наверное, тебя мы тоже на спину положим. Так, 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 так. Что у меня там на плечах? Так, вот тебя тоже мы на спину положим. И вот эту пиццу. Пиццу. Давайте в руках понесем. Но в руках не надо, нам надо... нам все-таки надо на спину положить. Да блин! А, ненавижу эту пиццу. Чтобы доставить пиццу, мне приходится дофига брать груза. Чтобы пицца потом была в горизонтальном положении. По-другому никак. Нахренеть. Это самая дурацкая доставка пиццы. Заказ назначен. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени. Так, ну попробуем доехать. Надеюсь, получится. Так, нам сюда, да? 3000 метров. Поехали. Дорога есть, надеюсь? Нормальная. Есть какой-нибудь мост? Давайте по карте лучше посмотрим. Так, это мне вот сюда надо доставить пункт назначения. То есть мы идем... боже мой, путаюсь постоянно. Так, куда доставить? А, Питер Инглер. Питер Инглер. Вот сюда. Понятно. Далековато, блин. Надо вот сюда. Нахрена им, блин, пицца эта гребаная. Ненавижу пиццу. Я люблю, но доставлять это чересчур. О, черт. Бензина вроде много. А, гребаные монстры. Тут монстр, да, кажется? Я смогу проехать незамеченным? Нас могут напасть, так и нет. Охренеть. Так, погнали. Я думаю, что что-то не вытолкали. Боже мой. Пять. Вытолкали. Да идти его нафиг, боже мой.
Вообще пофиг, какую бы я пиццу не достал, я ее доставлю. Ну ладно. Ты напросился. Здесь граната. Я тебя завалю, гадина. Давайте удирай. Теперь мы удираем. Ничего себе. Так, подождите, у меня были гранаты, специальные гранатки. Как их выбрать? Задействовать? Подожди, а как гранатку задействовать? Это спрей гребаный. Чем мне делать-то? Пошла нафиг, тварь! Так, давайте подумаем. У меня в грузе был... Не, не пакетик с уровнем, граната. Как ее использовать? Вот, граната. Так, прикрепить... Как ее выбрать? Я не понимаю. Или это другая граната? Гематическая есть граната. Так, во время прицеливания... Граната специально разработана для борьбы с тварями. Вот она мне нужна сейчас. Нести в руке. Я могу как-то ее взять? Да иди ты нафиг, тварь! Тварина гребаная, ты скотина! Ну ты вообще тварь. Да вали отсюда. Неси ее, я не знаю, как достать эту гребаную гранату. Где она у меня тут? Подсумок для гранат. Граната взрывается спустя короткое время. Подействует она или нет? Вали! Да беги ты! Кидай ты гранату! Почему ты не кидаешь гранату? Почему ты не кидаешь гранату гребаную? Ладно. Мне надо это все бросить. Почему у меня граната моя не появляется? Вот она. А по-другому ее не выберешь просто. Ближе. Так, это хорошо. Вроде весь красный. Куда ты? Пакетик с кровью. Мне нужен пакетик с кровью. Так, он мне что-то дает. Возьми гранату. Как зарядить-то, боже мой? Бросить, нести в левой руке, задействовать. Наполнить.
Как наполнить-то? Почему она не наполняется? Я же нажимаю наполнить кровью, какого черта? Она еще какой-то херней стреляет, тварь! Ты сдохнешь когда-нибудь, тварина! Я не понимаю эту игру, почему я... Где мои гранаты? Почему я не могу выбрать гранату? Почему мне надо выкидывать другие предметы, чтобы взять гранату? Еще есть. Все, пицца, я думаю, хана точно. Это тварь. Так, давай, иди сюда, иди. Она еще стреляет, уродина. Давай, иди сюда. Где она? Другое дело. Жива? Фу! Это было хорошо. Пистолет против твари. Дай мне гребаный пистолет. Где этот пистолет-то? Сдохни ты уже. Кажется, все, да? Хана пицца, все, ребят. Пиццы больше нету. Доставил я пиццу, замечательно. Еще немного. Посмотрите, как много. Так, 95, 95, 27, 111, офигеть. Ладно, будут есть пиццу, какую уж доставил. Они сами виноваты, нехер, блин, шиковать пиццы, блин, кушать, питаться. 118 даже. Так, ну это надо по-любому поднять. Я не понимаю, почему я не мог здесь предметы-то находить. Как их вообще менять, как... Вот, допустим, мне вот эти гранаты нафиг не нужны. Почему я их не могу заменить на другие? Почему они у меня тут висят, если мне нужны вот эти гранаты кинетические, блин? Нафиг мне ничего не надо. Скорее уж разрядилось. Что там с пиццей? Давайте хоть посмотрим. А где у меня спрей был, да, по-моему? У меня был спрей. По-моему, сейчас нету. Экс-граната. Гематическая граната. Вот мне гематическая граната как раз таки нужна. Ремонтный спрей. Вот, подбираем. Теперь он должен появиться. Да, отлично. Так, починка. Отлично. А, теперь давайте посмотрим. Нет. Заказ. Можно посмотреть состояние груза? Или надо в грузе смотреть?
Геометрическая граната. Я могу это все по... Ладно, оставим, потому что чтобы пицца была в горизонтальном положении. Где моя пицца? Вот она. Состояние. Урон. Урон 69. Офигеть. Замечательно, блин. Как долго мне еще идти? У меня уже батарея улях села. Если бы мы как-то объехали или поаккуратнее бы ехали, я не знаю, или побыстрее, возможно, все бы обошлось бы. Здесь больше на меня не нападут. Ну и поездочка, блин. Прошло 10 минут. Там сюда надо. Погнали. Так, тут вроде есть заряд. Попробуем проехать. Это будет идеально. Вроде пока что нормальное место. Если у тебя в руках смертоносное оружие, проявляй удвоенную выдержку. Вряд ли я должен это говорить, но убивать людей нельзя. Больше трупов, больше тварей. И в теории больше выплесков пустоты. Нехрен звонить, когда я за рулем. Если ты не убьешь, то подвергнешь опасности не только себя, но и многих других людей. Нахрена мне звонить, когда я за рулем-то, боже мой. А, вообще приключение капец. Пешком сейчас идти. Фига я эти ляхи-то брал. Все, вали нафиг. Да ты поднимайся. Приключения, блин, на задницу. Да харе сигналить тебе, боже мой. Что нужно-то от меня? У меня есть граната, если что. Сэр, я смотрю, у тебя на руках труп. Не важно, что случилось, нужно действовать. И если это ты виноват, тем более нужно убрать за собой. Да нахрен мне надо! Отдай мою пиццу, блин! Гребаный ты придурок! Он забрал у меня пиццу. Пока не поздно. Да не буду я избавляться. Пошел ты нахрен, блин, советчик гребный. За тебя я в аварию попал. Связался с этой пиццей. Кому понадобилась гребаная пицца? Ничего, не погиб. Пока валяюсь. Да, он сейчас заберет опять! Твою ж мать, идиот, гребаный! Ты забрал, почему... А, нет, он не забрал ее. Все нормально. Пицца у меня. Пошел ты нахрен. Ну вам капец, чуваки, не с тем связались. Вам все капец. Нахрена ко мне лезть? Я всего лишь пиццу доставляю. Вы что, тоже пиццу, что ли, хотите? Завидуете, а? Иди сюда. Иди сюда. Скотина. Какая ж ты, сука, скотина, блин. Почему на тебя электрошокер-то не действует? Тварь. Проваливай нахрен. Проваливай отсюда нахрен. Да вставай, вставай, вставай. Надо уходить. Что мне делать-то? Где пакетик с кровью? Да чё ты со спины-то нападаешь? Урод, сука! Тварина тупая. Я просто охреневаю с этой гребаной игры. Пять километров мне эту гребаную пиццу тащить нахрена? Я его убью. Кто эту пиццу заказал нахрен? Вот только доберусь, я только узнаю, кто эту пиццу гребаную заказал.
Ненавижу. Ненавижу я эту пиццу, блин, уже. 43 минуты прошло. Офигеть. Что будем делать? Груз? Блин. Короче, мне надо ляхи скинуть, они мне будут только мешать. Выгружаем. Но буду теперь эту кашу есть вместо пиццы. Добраться до надо до туда. Как же мне это бесит. Какого черта кто-то пиццу заказал? Нахрена? Я эту игру уже тоже ненавижу. Нахрена я связался с этой игрой? Нахрена? Много есть хороших других игр. Ну, не для меня эта игра, ну не для меня. Зачем? Боже мой. Я уже просто обязан пройти. Это самая дурацкая игра вообще, за которую я взялся. Так, ну там можно допрыгнуть. Все просто похерил. Сначала херальные монстры, теперь... Херальные люди, блин. Ну эти мулы гребаные. Еще похуже херальных тварей будет. Так, ну давай хотя бы вот так возьмем, да? На спине. А теперь пиццу возьмем. Не, пиццу пока не надо. Значит, надо еще что-то взять. Так возьмем, отлично. Теперь пиццу. Вот так-то лучше. Как я доберусь за 15 минут? Боже мой, оставьте меня в покое. Как же вы достали-то? Я тачку сейчас украду. Куда ты падаешь-то? Пиццу опять забрали. До тачки добраться надо. Иди отсюда, вонючка, иди отсюда. Давай, 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 давай. Все, вылазь. Залазь в машину, залазь в машину, залазь. Уйди отсюда, уйди. Почему ты в тачку не залазишь? Да уйди ты отсюда! Все, пицца у меня, да? Надо посмотреть, пицца у меня или нет. Я пиццу оставил, блин, кретин. Надо раздавить тогда уж. Гребаные вы твари, как же вы меня задрали просто. Вали отсюда. Ну бей ты его. Да хорей меня пить сзади, сука, блин. Хер ли ты сзади нападаешь. Вот и так больше.
где моя пицца? Ублюдок ты мелкий. Откуда я знал, что на меня еще мулы будут всякие нападать? Да схера ли ты мне фигачишь-то? Спи уже, блин. Почему это такая несчастливая пицца, я не понимаю. Как ты ее взял? Нельзя в таком положении нести ее. Как же мне это бесит. Как же это мне бесит. Я просто уже не могу. Пицца. Выгружаем эту пиццу. Я ненавижу. У меня просто не хватает слов, как выразить, как я просто восстановил эту игру. Блюдок встал. Схера ли ты встал, блин? Все, держись. Топить тебе надо уже. Ну почему ты не бьешь его? Еще разок. Все, минус зубы. Я ни хрена не успею эту пиццу доставить. Ну садись ты. Сюда нам, точно сюда? Опять они. Опять ублюдки эти. Уезжай. А за горку. Батарея села. Ну что за невезение-то? Но игра столько мне боли доставила, столько, вы просто не представляете, сколько боли я получил, игра в эту игру. 10 минут осталось. Офигеть, я просто офигеваю. Я не поднимусь еще. На. Поднимешься, вот там можно подняться, кажется. Тихо. Короче, там не пицца, там уже каша. Куда ты, твою ж мать, куда ты падаешь? Я тебя ненавижу. Десять минут осталось, нафига я взялся вообще доставлять эту пиццу? Это сюжетное задание, пиццу донести. Какое нахрен это сюжетное задание? Мы мир спасаем или пиццы доносим? Бесит прям. Что за тупое задание? Донести пиццу, блин. Нахрена кому-то нужна эта пицца? Это пицца с секретным соусом каким-то, что ли, который спасет мир наш? Чувак, соберись. Уж бы херальные твари на меня еще не напали, иначе я просто не успею. Так, вот сюда. 1000 километров. Беги. Не хочет бежать. А
пиццы все равно ничего не осталось. Мне интересно, что они скажут вообще. А нечего было заказывать, блин, гребаную пиццу. Что за испытание-то такое? Там уже виднеется, ребятки, виднеется. Все нафиг. Я живой еще? Связался с этим грузом, блин. Да успокойся ты. Куда идти-то? Машинку бы найти еще. Так это не пицца, блин. Мать. Я пиццу не так несу, кажется, да? Верхний, это что такое? Утерянный груз. Нафиг мне этот утерянный груз. Мне надо пиццу. Выгружаем. Теперь подбираем ее. Это вот так было. Я все равно уже не успею, нифига. Куда нам надо идти? Ненавижу. Я ненавижу эту игру. Нафига? Нафига я вообще взялся и записывал? Это самая бомбическая просто серия. Харе тебе платить, боже мой. Сейчас сам плакать буду. Да харе тебе спотыкаться. Под ноги смотри. Да под ноги смотри, сукатина ты. По-другому никак нельзя пиццу нести. Боже мой, чтобы донести пиццу, нужно брать с собой... 5 минут осталось. Нужно брать с собой 5 ящиков. Нет! Нет! Нет, нет, нет! Вставай! Вставай! Мать, я еще и не успею. Где этот энергетик гребаный? Опять мулы. Я не доставлю пиццу, мне что, заново начинать? Машину бы найти, дорога-то есть. 4 минуты. Машину вижу. Сядем на тачку, попробуем доехать. По-другому не успеем. Цикл, наверное, будет побыстрее. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Погнали. Обнаружено. Анализ.
Так, давай, 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 аккуратненько. Какого хрена тут молота делают? Да мне эту пиццу доставить-то надо. Главное доставить. Пофиг, какая бы она ни была, главное доставить. Давайте, пожалуйста, засчитайте мне задание, потому что я не смогу это заново час тратить. Сколько там времени осталось-то у меня? Рекомендован отжиг. Там минутка осталась. Две минуты, ребят, две минуты осталось. Ой, ругаться буду час. Какой черный груз нахрен? Я, кажется, не туда доставил. Куда мне гребаную пиццу доставлять? Привет, как дела? Отличная работа, черт побери. Спасибо. А когда мне утерянный груз-то? Пиццу там никуда надо было доставить. Нахрен мне новый титул, уйди отсюда. Да заткнись ты. Отлично. Надо было правее ехать, вот туда нам надо. Доступен новый заказ. Скотина. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Пошел нахрен. Рекомендован отдых. Иди в задницу, отдых, сам ты отдыхай. Хрена вообще мне дали эту пиццу доставлять. Я чтобы выйти отсюда. Как я туда доеду? Я за минуту не доеду, нифига. Груз испорчен. Твою ж мать. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. А, скотина. А, вот отсюда мы начали. Две минуты. Сканирую. Рекомендован отзыв. Как я за две минуты доставлю этот груз? Вот я знал, куда ехать. Ну давай, ну беги ты. Просто игра сговорилась против меня. Я не знаю почему. Да хули ты бьешь, блин. Простите, я не могу просто. Все, ребят, мне нервы сдают. Это все дурацкая игра. Она меня просто выбешивает. Так, сюда. Не ударься, не споткнись. Как я за минуту доеду?
нереально за мной туда ехать. Почему значок-то пропадает? Не надо, чтобы он пропадал. Не падай, не падай, вставай! Сэм, груз слишком сильно пострадал. Ну все. Тут уже ничего не будет. Пошел ты нахрен! Ну я понял, что я могу доехать. Ребята, у меня уже весь лоб просто спотел, он просто горит у меня. Я не могу. Вставай, Соник! Хрен ли ты спишь-то, блин? Да просыпайся ты, пицца стынет! Точнее, каша от пиццы уже остыла. Вот. Давай. Тебе рекомендован для отдых. Мне вот некогда. Надо было поаккуратнее просто слезть, и все бы было нормально. Просто поаккуратнее слезть. И тут я много времени потратил, пока два удара делал. Мне кажется, секунды на счету. Я, в принципе, за 2 минуты должны успеть. Куда ты назад едешь? Вот не там, то в другом месте задержался. Давай, 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 давай. Так, едем прямо. Когда я буду ехать по этой местности, должна минутка остаться. Камень-то. Я ни хрена не вижу. Тут прямо. Давай, давай, давай. Да что ты застреваешь-то? Аккуратно, 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 аккуратно. Тут более-менее прямая. 30 секунд, нормально. За 10 секунд доедем и там добежим. 20 секунд, нормально успеваем. Тут главное не торопиться. Все, тормози, не торопись. Не торопись. Давай, давай, давай. Ну тормози ты, боже мой! 8, 7, 6, 5, 4. Давай, 3, 2. Секунда! Последняя секунда. Последняя секунда осталась. Просто на последней секунде, ребят. Просто на последней секунде. Я сделал это. Твою мать, я сделал это. Показываю оценку работы. Это самая худшая оценка. Че мне дадут вообще? 95% повреждения. Охренеть. С. Это было жестко. Я просто охреневаю. Еще плюс 2 дали, плюс 3 уровня. Время доставки мне. Благодарю вас за поддержку. Прошу, пошел ты нахуй. Хрен я взялся за эту пиццу. Что мне надо делать? Зачем мне личное хранилище? Я даже не знаю, что мне в этой главе это делать. Заказы. Нахрена вообще за эту пиццу взялся? Куда мне надо идти? Так, мне надо сюда пойти, в озерный узел, и там именно отдохнуть. Окей. Ладно, ребятки, в общем, в следующей серии увидимся. С вами был канал AlexPlay. Я просто заколебался. Это самая ужасная была доставка пиццы вообще. Самый дурацкий вообще заказ был. Но было прикольно, на последней секунде доставил груз. Это прям как в фильме каком-то, ёлки-палки. В общем, рассказываю друзьям о канале. Спасибо за просмотр, пока.